каждый игрок играет на Enigma по-разному. То есть вот Black Hole у всех разные. Да, тут даже настать. Зависит больше от игровой ситуации. Ну и да, согласен, играют совершенно по-разному. То есть потому что кто-то считает, что в одного это нормально, кто-то считает, что в двоих нормально, кто-то ждет всегда, пока минимум трое. То есть вот такие да. вот моменты. Так, включил я только что запись, опять вспомнил про нее в последний момент. Итак, третья игра между Virtus.pro и Mouse Sports. Решается судьба, кто же выйдет в полуфинал виннеров. Да, в полуфинал виннеров. Ну или в малый финал виннеров. Называйте как хотите. И будет играть там с... Ну это получается финал виннеров. Даже финал виннеров. Это финал виннеров, да. Да, действительно. Против NextKZ. Против NextKZ. Давайте Virtus.pro тащите. Нужно, нужно. Да. Понизу будет сложнее. Внизу там много сильных и жаждущих мести команд, которые очень да, хорошо так. играют. Ну, сверху тоже NextKZ прям в ударе находится, честно говоря. Но если уж... Но у них очень предсказуемые пики. Ну, то есть Tidehunter у них, там Чен и Enigma. Ой, не Enigma, а этот... Магина. Вот. Если этих героев банить, то они как бы уже теряются. Это мы уже давно заметили. Откуда стендинги? Какие стендинги? Сейчас будет пик Линкса и ГГ. Есть инфа. Последний бан. Да, Клинкс. Ну, видишь, сразу же бан. Клинкс. Хорош. Не нужно Клинкса, тем более против лон-друида. Да, забей. Не очень приятен этот герой против таких героев, как лон-друид. Все-таки мишки что-то другое. Бист с Найтсталкером также забанены. Видимо, ну посмотри, из того, что было в прошлой игре, законтрили Энигму Вингой, забанили Бистмастера и забанили Найтсталкера. Видимо, действительно отнеслись к этому очень ответственно. Маус понимают, что ВП затащили очень хорошо. Квину забираем. Скандал на Квине очень хорошо играет. Это прям очень хорошо, что мы ее забираем. И Балавана Квапе тоже хорошо играет. Но скандал получше. Да в любом случае, Квапу лучше взять, чем отдать. Это очень хорошо, да, то, что она появляется. В прошлой игре натерпелись очень неслабо. Посмотрим, как у Маузов будет с Инвокером. Сендерен... Ой, Сендерен. Я думаю, Блэк будет на Инвокере. Он в последнее время очень много играет на Инвокере. Просто нереально много. Просто можно открыть его профайл и посмотреть на это. Как много он играет. Ну, на Пудже он тоже много играет, только вчера ничего не вышло. И более того, он так зафейспавнил дико, там, отдав ФБ. Это да. Сейчас посмотрим, что с Инвокером. Здесь можно перегореть немного. А, Virtus.pro должны быть на подъеме. Шейкера забирают себе Маузы. Шейкера. Я не исключаю какого-нибудь Апарейшена чуть ли последним пиком. Хотя нету кэрри пока что. Нету какого-то, да, жесткого кэрри. Возможно, может быть... То есть это хорошо. О, Дазл. Дазл? Дазл. Дазл, это очень интересно. Дазла я не видел очень давно, и супер, конечно, классный герой с офигенным ультом. Либо Лишрак, либо Enigma будет качаться. Ну, то есть понятно, что будут качаться, но один из них будет на саппорте, а другой будет играть... более агрессивно. Там чат сошел с ума после пика Дазла, просто... Ну, Дазл, почему нет? НС на Дазле хорошо играет. А если не НС, то даже не знаю. Да, это последняя игра на Блэку. Значит, Санта все-таки... Получает. Номера Уроки. Не будет Блэк. Легкая, короче, смотри, легкая это Курока. Куроки легкая на Лондруиде. У меня еще не открыто. Санта... будет на Enigma. Сложный на Enigma, плава. Джак, скандал, плава, НС. Скандал на Квапе. А как НС вообще относится... К Дазлу? К Дазлу. Он очень хорошо к нему относится. Он считает его чуть ли не одной из самых имб. Ну, я могу с ним согласиться, хороший герой.
Там минус армор, и пробивать будет очень прилично физическим уроном. Вообще Poison такой... Touch тоже очень бодрая тема. Да, Poison Touch. Вот Дазл такой маг, у которого особенность, у него весь урон физический, у него, ну, Грейв не считается, как бы это спел на союзников, урон от Shadow Wave физический, урон от Poison Touch физический, и ульт работает тоже на армор. То есть фактически маг, заточенный на физурон. Да. Смотри, а может быть Куроки будет в лесу? Или нет? Ни одного кэрри, а Патма, а Силабир. Да, ребят, не парите. Ерунды. Ставит такой интересный вардик сейчас. Он, по-моему, не палит крипов. А может быть, кстати, палит, не знаю. Не знаю. И варды от команды Mousesports. В одно место практически поставили с вот этим вардом. Пошла экспа. Санта в лес пойдет. А Лондруид Куроки на Сложно. хардлайн. Против Дарксира причем. Трипла против триплы. Ну даже не трипла, здесь Дазл фармящий. Ой, меня вот смущает вот эта вот дабла какая-то дикая. Ну ладно, надеюсь, Блава затащит. Заходит Винга. Винга заходит, Винга не заходит. Непонятно, что собираются делать. Может быть, Дазл как-то будет отрезать шейкер. Какую-то агрессию проявляет Mousesports. Не знаю, честно говоря. Через квас будет играть инвокер. Ну, против Клопы это более чем так нормально. Сейчас, по-моему, запалился комичми. Да понимают Вертуса, что здесь чем пахнет вообще это дело. Стан, однако, в главу! Грейвс! Но он умрет, голова умирает. Или нет? Да, Долетел. последняя тычка долетает, ФБ. Такая задержка вообще. Лютая. Ну, очень плохо сыграл сейчас Блава, вышел куда-то, хотя знал, что Шейкер где-то здесь наверняка. Не видел нигде на карте. Должны были все супер осторожно играть. Ну, обидно. НС тоже, смотри, и тоже попадает. Да, всем но тут попали. из-за фиссуры, я так понимаю, никто не пошел дальше, потому что там бы товар. Да, Маузы взялись очень интересно играть. Забирают опять ФБ. Санта в лесу. У них никто не качает лес. Это может быть очень так аукнуться им, серьезно. Потому что перефарм будет. Ну, Несс все делал четко. Крейв хороший был. Да. Там буквально, ну может быть долю секунды, возможно, могла бы она решить, но там последняя тычка так долго летела, что вот в этом как раз минус Грейва, когда нету хила. Так бы мог еще захилить в последний момент, может быть тычку выдержал. Руна наверху, есть инфа об этом. А, вот посмотри, как поставили интересно вар сейчас Вертуса. Ну все, теперь будет здесь получше, будут видеть Шейкера. И в то же время видят, что сейчас к Энигме пошли, но Энигма очень сейфово играет. Санта в лесу фармит. Должен приносить ГПМ. Хороший. 7-4 на 2-0 всего лишь стату инвокер. Но сейчас он опасно зайдет в спину Куроку. И здесь же Дазл. Куроки умрет. Да, тут очень жестко с костой. Ну, потому что нету вардов на сложные. Да. Опять знали, что хоста, ну, что руна наверху. Никто не пошел контролить. Скандал остался, правда, фармить. Инвокер, четвертый уровень, скандал чуть больше имеет по XP. Незначительно больше. Незначительно, безусловно. Но это из-за смерти Лондруида. Однако здесь у Силабира отличная возможность была Дарксиром что-то сделать. Дарксира второй сорс, он убегает просто-напросто. Лондруид 11-3, Дарксир 15-0. Примерно равные ситуации. Квин оф Пейн попадает под колснэп. Есть у нее уже Смотри, на бутылка. боте. Там комп вещми. 50, минус 50% хп. Попытались его забрать, но хорошая фиссура. Да, с шейкером тяжело здесь будет что-то пытаться придумывать. Посмотрим, посмотрим. Золото. В пользу команды Mousesports 500 монет. Опыт вровень абсолютно практически. Винофп не может сделать блинк. Все, делает блинкаут. Отхиливается бутылкой. Лаги нереальные. Просто задержка эпическая какая-то.
прожигая здесь лон-друида. Ну, вот Куроку не самый лучший герой, честно говоря, на котором он играет, это лон-друид. Да. Ему больше классические какие-то кэри. Хорошо, реген находит Queen of Pain на этот раз, отконтраливает. Есть уже бутылка, Санта, Soul Ring по таймингу приносит. Убирает сейчас этих крипов. Дазл 6-0, Лишрак 0-0-1. И 0 вообще по крипам абсолютно. Шейкер. Не очень хорошая фиссура. Такая чисто профилактическая. И что у Блэка? У Блэка 21 крип и First Blood он забрал. У Блэка все очень хорошо. Как, собственно, и всегда. Да, на Миране он чувствует себя очень неплохо. Пока что. Синг имеет 5-й левел, имеет неплохую раскачку. Здесь почти 6-й у Квапы. Ой, хорошо, она просаживает инвокера. И есть у нее реген, поэтому, в принципе, может еще разок дать. Сейчас Scream of Pain или Dagger. Сейчас встреча. Ой, Cold Snap. Да, тут встреча в лесу. Будет ли Poison Touch? Нет, не откидывает ничего, Dazzle. Квина грамотно использует реген. Как раз просадила инвокера по хп. Причем, посмотри, через второй Dagger играет. Пошел Dagger. В инвокера, инвокер битый. В инвокера сейчас откатит. Cold Snap, нужно уходить. Там очень много урона можно получить. Cold Snap, да, откатил. Но урну использует. Квапа, в общем, супер активно играет пока что. Шейкер приходит на мид помочь инвокеру, потому что ему крайне тяжело здесь. У Квапы по крипам 25 крипов, инвокер вынужден возвращаться. У него 7-2. Да. Инвокеру очень плохо. Куроку фармит пока что. Достаточно неплохо. И Несс 7-0 по крипам. Лишрак вообще по нулям. До сих пор. Сейчас будет стан Лишрака. Да, заходит, фиссуры закрывает очень хорошо. И стрелой забирает Вабирана. Ну, из задержки анимации было очень плохо, видно. Лечит Дазл. Дазл прячется в елках. Здесь у Винги большие проблемы, но трое. Четверо здесь уже. Ой, как сейчас могут найти Инесса. Инессу нужно как-то прятаться. Прячется Инесс. Да, Cold Snap. Инесс по максимуму тут посидит, но в итоге умрет. Он это понимает. Да, фиссуры подконтроливает Шейкер и забирает Мирана. Киллинг спри. 4-0 ведут уже Моуза. Неприятно. По опыту неплохо. Хотя по опыту скакнули по почему-то опыту... вперед Radiant. Да, неплохо. И по золоту в ноль. Ой, потому что не фармит инвокер, потому что вот этой беготней занимается. Сигма плюс, да, тоже. Не всегда преимущество по киллам отражает игру. Но да. Все равно я бы сказал, что это неплохо для Скандал команды. Скандал Товар еще может сейчас забрать. Ну, то есть, с ДД. Задамажил его нереально очень. Ну, реально хорошо. Опять Cold Snap. Ну, Блинк. Вовремя уходит. Блинк, тут же бутылка. Скандал отыгрывает на квипе. На квапе. Неплохо, мягко говоря. Тащит. 0-2 Лишрак, 0-1 Дазл, судя по всему, да. Дазл пытается как-то фармить, есть у него сапог, но пока не более. Дарксир тем временем 28 крипов, Лондруид 36, неплохо Куроку подфармливает. Закупает себе ботинок, телепортирует медведя обратно, есть уже у Мишки фейзы. И Orb of Venom. Конечно, много будет зависеть здесь от медведа. Что и как вообще. Будет ли Cold Snap с кастовым? Нет, не кастуется Cold Snap. Да, действительно, от Куроки тут очень много чего зависит. Он, кстати, по фарму... У него очень все хорошо. Маус, говорят, собрались. Да, они как бы и не разбирались. Посмотрите прошлую игру, они тащили до конца. Там ошибок не так много было. Там ВП тоже очень ровно играли. Ну и здесь пока что 40 крипов Квапы, 44 у Мирана. Мирана хорошо фармит, но лон-друид. Лондруид заходит, сейчас фиссура будет. Пытаются его сейчас закрыть, будут пытаться закрывать. Шейкер дает фиссуру мимо, кажется. Нет, вытягивает сквозь фиссуру. Не попадает, но вытянул сквозь фиссуру Дарксир. Обманул, смотри, как обманул Куроки. И уходит, лол! Просто на... Санта вовремя пришел. Сейчас умрет медведь, может Куроку от... Что за нубство? Да, это было действительно... Зачем медведям там драться было? Совсем непонятная тема. Инес получает урон, очень хороший. Здесь Квапа входит тем временем, очень хорошо. Классно, Инес забайтил на себя. Великолепно, просто великолепно. Террора просвечивает. КВМ умрет. Скандал, хорош. Скандал может, да, вытаскивать игры. Ну здесь Инес очень хорошо. Он так бы показал, как будто я дурачок. Давайте, ребят, убивайте меня. Я выхожу.
И... Сделал только что ТП. И отменил его. Это лаг какой-то. Отменил его, походу, дело. Нет, он его просто сделал ТП на вышку, короче, все. Ну, нет. Может быть, фейспалм, не знаю. В общем, хорошо сейчас сыграл НС, забрали Мирану. Отлично. Я бы сейчас, кстати, вот на месте Куроки с Сантой поменялся лайнами. Ну, точнее, не лайнами, пошел бы... В лес фармить, вот, да. Лес, да, фармить, а Санта... Да Куроку занубил, я не знаю, как еще это назвать. Там просто отведи мишку. Забыл, видимо, такое бывает, когда забываешь, что урон получаешь, когда медведь сдыхает. Там не так много его. На виду, кстати... Ой-ой-ой-ой-ой, Мирана, Мирана сейчас может сдохнуть. Лип. Да, забрал таур, ты говорил. Да-да-да. Просто экшен пошел. Стан, в клопу, все, сейвит клопу, как только могут, поднимают ее в воздух, ТП. Клопа живет, боже мой. О мой бог, Лишрак прожигает одного, второго. Еще приходит скандал. Просто какой. Невероятно, сейчас исполняют ВП, тем временем Лондруид убивает Дарксира сверху с помощью Энигмы. Однако 5-5, разворачивают ВП, великолепная эта игра от НСа, как он сейчас, сколько урона там съела клопа. Квапа, да, она нереально много урона, потом назад ТП отхилилась, вернулась, почти убила Блэка. Вовремя была Лоу, тоже был вовремя. Диаболиками. Пишут сразу, НС там бог, Дазл забожил. Смотрю чат, НСа скандал забожили, Квапа могла шубкой арматурный пуд перекусить. Интересное какое мнение. Или файс. Но друид уже получает ульт, и достаточно он прочный. Здесь квапа опять забайтили сейчас на двоих. Шейкера сейчас можно привязать. Шейкер получает очень хороший урон. Шейкера убивают. Queen of Pain убивает еще одного. Энигма, Black Hole убивают Дазл. Ой, Дарксира. Скандал просто стилит. Скандал, красавчик. Опять он оказывается в нужное время, в нужном месте. Как хорошо Санта с Куроку разобрались. Там Лишака разрывают снизу тем временем. Конечно, Диаболики юзанул. Скандал. Не смог задонать, по-моему. Нет, задонаил! И подожди, еще сейчас может убить... Такой ниндзя вообще, просто... Не знаю, как это описать. Бам! Здравствуйте, встреча. 8-6, там кого-то убили. А, убили Лишака, конечно. 8-6. Опыт! Посмотри, открою опыт графика. Жестко. И по жестко ВП, и по деньгам, и давят, и хороший пик у них. Все сейчас в руках этой команды. Просто на кураже действует, слив начало, начинают божить с помощью Дазла, с помощью Энигмы и Квапы. Курьер опять. Особенно этот... Квапы. Дави, там чат взрывается. Вапа, конечно, привязывает, судя по всему, Дарксира. Он стоит на месте. Анимация запаздывает. К сожалению, лаги в последней игре просто зашкаливают. Санта в чужом уже лесу фармит. С мекой. Медведь пока не собирается выходить в Радианс, судя по всему. Queen of Pain забирает ДД. Заходит наверх. Медведя... Станы всякие. Да, медведи убивают. Да. И еще Энигма тут может стрять. Queen of Pain улетает, ее тут чуть не нашли. Активирует ДД. Смотри, наверху, наверху. Да, сейчас убьет Queen of Pain здесь как минимум одного. Сурч, но Малифайс работает очень хорошо. Минус Шейкер. Идет дальше, мегакилл. Пытается уйти. Ай, нечего. Ну идет, идет Дарксир. Лишака тем временем нашли. Грейв божественный опять от Дазла. Дазл замедляет. Лишак пробует прожечь. Нужно активировать хоть что-нибудь. Лишак не попадает станом. 200 хп всего лишь оставалось. Ну, НС пока исполняет Дазл очень неплохо. Надо бы смотреть раскачку. Я все время не знаю, как качать. Все время теряюсь. Он вот на один хил. Poison Touch качается, и сейчас Грейв. Ну, Poison Touch это как бы стандартно, его по-любому раскачивают очень хорошо. А вот что дальше, это по ситуации. Ну вот, Shallow Grave. Ну, действительно, по ситуации тут. Неплохо, да, там больше даже не кулдаун, именно арейндж. Скандал с Сантой. Стягивают их очень неприятно, но блинкаут. Санту убирают. Товарка, не, нет, не Deniable. Не Deniable?
Не, не могут, не могут, не могут, не могут. Хорошо. Инес отводит. Но это дабл. Дабл стек просто делает. Не именно отвод. А сначала дабл стек. Квапа. Есть что-то летит, мне кажется. Ультимейт орб. Шейкер. Начало конца просто, да. Ну, пока рано говорить. 9-9 счет. И по опыту выровняли ситуацию. По золоту немного мало спортс. Да и вообще, такие качели в игре. Здесь сложно говорить о том, ну, кто там. Не, само собой, но вот Хекс на Квине такой достаточно ранний Хекс. Начало конца, я бы сказал, это будет Радик на Силабире, если он соберет его более-менее по таймингу, а у него все шансы есть, если он сейчас особо умирать не будет. Вот у него три смерти есть, но тем не менее, там такие хватит, боевые да? смерти. Ну можно на фарме 2000, 15 минута, к 23 минуте Радик нафармить можно очень легко. Тем более здесь еще вот эти два товара забрать, которые, ну, а боти он не особо живой. Заставляют сейчас делать ТП Маузов, Мирана. Как же Дазл все-таки контрит Мирана вот этим своим грейвом. И еще у Дазла не появляется ульт. По-настоящему Дазл начинает решать именно с ульта. Сплитят, не попадает Эро. Вытягивают сейчас двоих. Но здесь никого нету. Инвокер заходит сзади. Энигма также здесь. Шейкер рядышком. Грейв успевает. Энигма, Black Hole пошел. В одного только. Ой, не очень хорошо, но тем не менее, Дарксира важно убить. Дазл всех отхиливает, убивают. Энигму, фокус. Мека входит. Мирана, минус. Старфол убивает. Все-таки инвокер. Монстр килл, трипл килл. Сейчас здесь всех поубивает. Скандал. Ультра килл. Рэмпэдж. Требуем рэмпэдж. Не будет рэмпэджа. Да, жаль. Маны нет. Разменяли 2 в 4, Дазла и Энигму разменяли на всех практически, только Инвокер выжил. Это, безусловно, в пользу ВП. И Медведь сейчас там пушит Таур. И запушит Таур, посмотри, Таур-то нету ХП. Да. Он просто один сейчас убьет. Давай, Куроку. Сразу переключается, чтобы быстрее потом текать отсюда. Бежать. Добил и сваливаем, правильно. 3-300, вот уже и Сакратно подходит. Ну да, сваливает. Что-то он как-то не это... Ой, Куроку, такой аркадник вообще, просто сил нет моих. Квапа, контролит руну, тут же уходит в инвиз. Может быть, Мишка на себя сейчас забайтит как-нибудь. Скандал, конечно, отыгрывает. Скандал божит. Вот она, Квапа. 9-0. 0-4 у КВМа. Блин, если ВП Маус обыграют, это будет знаешь, самая жесткая сенсация пока что. Скандал против Азен, мид. На клопах. Скандал против фазы мид на клопах. Жесть. Какая-то у тебя больная фантазия. Фаза тоже на клопе очень сильно играет. Так, пошли медведа гангать. Медвед сейчас все спалит. Видит уже Дарксира. Понимает, что нужно валить. Боже мой. В смоках! Нет, все, минус Куроку. До свидания, Куроку. Куроку убили. Тем временем скандалы тоже убивают. Бог, откуда? Откуда он тут взялся? НС, свап. Выживает скандал. Да, конечно, выживает там, потому что Дазл взялся с раскачанным грейвом. Откуда ни возьмись, кинул этот грейв и... Скандал, 10-0. Просто из 14 убийств, 10 скандалов. Да. Ну я бы отметил еще и НСа. НС, да, НС. Хоть у него и ноль убийств, две смерти. Ой, кто ставил на скандал? Кстати, мы забыли конкурс остановить. У нас не было пауз в 30 минут ровно. В 2 часа 30 минут последний комментарий будет. Потому что игра началась. Ну, может быть, плюс-минус минут. Посмотрим. Вчера достаточно легко было определить. Тем более, что в начале особо не видно было, что скандал затащит. Да. Хотя... Вот, появляется у Санты Даггер. Ну, тот, кто, те, кто знает скандала, там, по Хоуну и так далее, они бы догадались. Да, там, Мэджик, если нас еще слушает, хотя, наверное, вряд ли. Он там в прошлый раз рассказывал, насколько круто играет, кто там, на Хаге. Лишрак, Диаболики убивают Тауэр. Да, Лишак разрушает вышку. Что по ТВРам? Раз, два. Так, на... все по ТВРам. Раз, два, три, четыре, пять. 2-5 в пользу Virtus.pro. Преимущество 10 тысяч практически.
Тащить ВП, тащить, не останавливать давление, продолжать дальше. У Энигмы Огры Клаб появляется, скоро БКБ уже будет. Медведь Сакрат наконец-то нафармил. И скоро Радик будет. Посмотри, даже несмотря на то, что его убили, у него Радик-то будет 25-й. Да, будет. Ну, за счет вышек во многом, конечно. ДД забирает инвокер, в кои-то веки оставляют ему руну. И вот сейчас, если мы посмотрим на карту, то все контролирует своими вардами Маузы. За что им отдельный респект. Блин, я сегодня ставил 60 на 40 на то, что ВП все-таки проиграют. И спросили, сколько по чесноку я вот так вот. Если посмотреть. Black Hole, немножко фейловый. Black. Ой. Там непонятно, что куда вошло, Санта. Куда-то врывается, вообще непонятно куда. Нет, это его свапнули. Ах, свапнули. Свапали, там скандал промахнулся с ультом. Это все, что я увидел. Нет, скандал, по-моему, не промахнулся с ультом, это просто анимация. Промахнулся немножко с Black Hole, не зацепил вингу, винга откинула стан. Это я видел, но дальше там был экшен, когда на Блэка. Скандал напал. Да, не очень такие вот моменты радуют. Ну, у Мишки должен быть уже Радик скоро. Скандал. Хорошо, сейчас не давать руны контролить. Хекс уже будет очень близко. Ай-яй-яй. Колдснэп, сейчас стан влетает. Queen of Pain минус. Первая смерть. Или уйдет. Уходит. Гол! Отхиливается. Откуда хп-то? Отхиливается, представляешь? Да бред, откуда там хп? Там не было хп, он поднимал ветра его. Все, по приземлению должен был умирать и не успеть ничего сделать. Не знаю, вот так вот это произошло. Какой бред вообще, скандал какой-то плюс один к выживаемости получает. Куроки получил Радик. 21-я минута, нормально. Да очень нормально. Так еще нафидел и при этом Радик собрал. Хорошо, скандал, сейчас попытка убить. Фиссура мимо, судя по всему, поставлена. Нет, даже не стал откидывать. Скандал тут вообще так агрессивно играет, как будто он бессмертный. Мистик Став. Ну, за Клапу так и нужно играть агрессивно. Там либо ты играешь агрессивно, либо ты... Ну, он совсем через, по-моему, вообще немножко перебарщивает. Вот чем агрессивнее, тем не выдержит. Видишь, он умеет так. То есть нервы есть, выдерживает. Пойти там. Я знаю, что я уйду. Бежал. Блинк на приземлении, да. Очень жестко. Скоро уже будет. Все, копают Дарксира. Еле-еле он уходит, но его, кажется, закрыли фиссуры. Нет, свапают, спасают. Энигма. Блинкдаггер успевает как-то каким-то чудом после ветров запустить минус винга. И пошли с Радиком давить здесь. Ульт, Queen of Pain, Шейкер не успевает ничего сделать. Боже мой, даблкил очередной от Queen of Pain. Хорошо, скандал, хорошо. 12-0-1. Бог ты мой. И Нарошана уходят. По золоту больше 10 тысяч, по опыту тоже. Я не верю, неужели они обыграют Маус? Это просто Дасос Фантастиш какой-то будет. Но только не расслабляться, ЕМП очень неприятный, влетает сейчас. Уль Дазла на своих. Плюс куча армора. В кого входит там? Непонятно, в кого-то вошла стрела. Стягивают. Здесь очень неприятно биться. Хорошо, сейчас поймали. Дарксир убивает Дазла. Без Дазла здесь. Лондруид успевает. Но силы тьмы добили Рошана. Там продолжает Блава прожигать. Сейчас вылезет Куроку. Куроку разрывают. Минус 5! Минус 5! Маузы переворачивают. Жесть. Да, игра. Просто огонь. Ну хорошо, не отдали сейчас Эджес. Немножко аркадно пошли, на мой взгляд. Судя по всему, не немножко. Ну, там реально, знаешь, было очень хорошо Маузы рвались. Вот то, чего стоит от Маузов опасаться. Они ворвались на тех хп, когда Рошан практически уже упал. И там не отступить ничего, нужно добивать. Теряют еще одну вышку. Сейчас по золоту, конечно, график скакнет. Ого-го как. Да и по опыту тоже он скакнул. Но все равно Лондруид с Эджесом. Верана только-только манта появляется. Что здесь? У Дарксира 3000. Ну, пайп будет. Секси бомбой без даггера. Инвокер с гемом. Ну так, на самом деле. Неприятно, конечно. На квапе сейчас скоро хекс будет.
А кто сбил ее, не знаешь? Дарксир, наверное. Там ульта Дарксир очень дико зарешала. Да, Дарксир ульта. Там, конечно, нереально сильно зарешала. У Блавы практически есть соул бустер, да и есть уже соул бустер. Ему до Бладстоуна не хватает совсем мало. Все, квапа, хекс. Медведа нет, судя по всему. Еще 30 секунд ждать нового Ник, медведа. На самом деле у ВП все есть, все, что нужно. Вот просто идти убивать. Конечно, тут. Но не было блэкхола в последнем замесе. Да, и аркада, еще раз аркада. На фиделе, именно так, да. Другому тут и не скажешь. 6 до 6 тысяч. И по опыту даже они теперь проигрывают немного. Но по опыту это такое. То есть это последняя вышка. Тир-2-шная. Будут за нее драться. Дарксир откатил уже ульт. Да у всех откатил, в принципе, ульт. Неприятный рассказ от инвокера. Там еще стрела пролетает в сантиметрах. Мишки нет. Вот только сейчас вызывает мишку. Где он вообще? Я не вижу. А, вот. Что творит Санта здесь, не совсем понятно. Какие-то вот такие мувы. Ну, типа сныкался. А, ну они не собираются отходить, судя по всему. Да. Как-то так вот, чуть-чуть назад, чуть-чуть вперед. ТП теперь. Все, ТП. Медведь улетает наверх фармить. Все, все уходят тут же. У кого был даггер, назад, в смоках. Есть вард, но не видно. И сейчас может Дазл встрять. С Блавой. Хотя бегут куда-то не туда совсем Маус. Вот сейчас НС уже нашли. Блава понимает, что ему нужно ретироваться. Снэп. Вот НС он умирает. Мега килл у инвокера. Посмотри, Синг-Синг как отыгрывает. 5-1 у него, кстати, тоже очень хорошо. Блава успевает убежать. Блава молодец. Только один килл потеряли. Смоки окупились. 16-19 в пользу Маус. Да, как все резко поворачивается. Ну вот этот слив на Рошане очень много зарешал. Там могли просто закончить игру, но не закончили. Однако ждем от скандала. Очередного врыва. Пока еще его ульт решает. Очень много хп он сносит. Пайпа нету до сих пор. Или есть? Должен быть пайп на Дарксир. Да, есть пайп. Пайп есть уже на Дарксир, конечно. Сейчас заставит Куроку вернуться, скорее всего. Да, и скандал тоже мид задавил. Фортификейшн. Если не вернуться сейчас с вышку, им здорово пробьют. А что, ТП что ли нету? Нет, ну есть ТП, все, уходит. Мишку свапает к себе. На Рэббиде убегает. Ну все правильно делают на самом деле. Через дабл фейзы играет медведь, да? Нет. Он передает. Передает одному фейзы, второму фейзы. Забавно. Один сапог на двоих, на, ты поноси. Нет, теперь ты поноси. Заставил сейчас Куроку хорошо вернуться. И до сих пор все тир-2 вышки целы. Более того, тир-1 тауэр на линии медведя стоит. По вышкам, конечно. Вот это очень важно. Это и в контроле карты дает. Посмотри, вынужден ставить вард сюда, да? Маус Спортс. А у ВП Вижн есть и так. Они контролируют за счет этой вышки очень хорошо. Так, что-то купил, мне кажется, Куроку. Как-то у него денег немного. Так, видит, где я сейчас. Вот это тоже разведка хорошая. Увидел, что Маузы наверху. Спокойно сейчас пойдет Эншентов фармить. Квапа поджимает Таур. Вершекер, Блинк Даггер. Вот опасно что. Мы уже сталкивались с этой темой. Дарксир, Шекер. Можно просто... Да, можно. Затерпеть очень жестко. Может быть, сейчас будет размен вышками. Да, скорее всего, так и будет. Попробует это сделать. Ой, здесь ката очень неприятно. Она здесь оказывается. Хорошо, Энигма подходит с эдолонами, Санта. Ну и должны поменяться. Инвиз. Тут они поменяются. Да. Хорошо, поменялись вышками. Это в пользу ВП. Тир-1 тауэр на тир-2 тауэр поменяли. Фактически остается без контроля карты Маус Спортс. 6 тысяч стабилизировалось отставание. Ну и по опыту в ноль. Абсолютно в ноль. По опыту в ноль, да. У Энигмы очень близко БКБ, Дазл пока бегает пустой. 0-4, потихонечку фидит. Не забывает. Уроки 1700. Тоже нужен пайп. Смотри, что он делает. Он забрал медведем инвиз, бегает, тут все жжет и контролирует лес чужой. А, да, вот это прикольно.
Бам-бам-бам-бам-бам. Причем радик можно выключать. Да, чтобы не палиться. Но правда медведь, по-моему, выйдет из инвиза, если выключить радик. Лишак Бладстоун. Вот здесь не будет такого лишака ватного. Здесь ватный дазл, но дазл и должен быть ватный. На то он и дазл. Он как бы, его задача кастануть ульт, грейв и там издалека пытаться хилять. Не суваться никуда вперед. А вот лишак как раз таки должен забегать и должен там пытаться лечить. Санта обутит все время. Вот это очень классный спелл. Миднайт Пульс помогает крипов убивать. Ну, классный овешник. Классный овешник спелл. Мирана фармит. Есть медалька у Винги. Шива будет. 4 минуты до Рошана. Ну, там произойдет какой-то лютый замес. Ут есть у медведя. Ут, да. Он его собирал. Думаю, пайп будет. Сейчас будет последний ульт. Будет очень приятно. 100 ему до пайпа. Да, без пайпа тяжело. Почему 1100? А, есть 500 монет. Даже получается уже 900 просто монеток. Потому что кадреска, да. 500, 3 и все остальное. Инвокер быстрый, агоним. Будет раскастовывать. Там 4 секунды всего лишь кулдаун. Опять. Энигма уже есть все, что нужно. В напряженке опять какой-то у нас трэш происходит. Здесь дазл должен решать свою ульту. У него, кстати, хил тоже не раскачан пока что. Видимо, расчет идет на то, что он практически не выживает. Сейчас могут выцепить. Могут. Видит скандал. Все, пошел замес. Хек сразу на инвокера. Ульт дазл неплохой, входит в троих. Стягивают шейкер, ульт. О, боже мой, блэкхол хороший, но сбивает его тут же Энигме. Queen of Pain под крестом, да, как хорошо расконтролил Блэк. Один вылет на размен, шейкера пока только убили. Лишак продолжает прожигать ультом. Стан входит в лишака, лишак умирает. Ничего не понимаю, лагает нереально. Гостволку инвокера. Откидывается Сенг-Синг. Скандал уже отхилился, вернулся. Боже мой, как он... А, это все понятно, как убил лишака. Лишака уже убил достаточно давно, просто до сих пор не было репорта. Думал, кого-то еще зацепил, но это было бы провально. Что ж, сейчас потратили все свои глобальные ультимейты. Маузы потратили только лишь Black Hole. Хотя и ультквапы тоже, да. Наверное, все-таки придется отступить. ВП. Сложно сказать, в чью пользу прошел файт. На Рошана рано оттягиваться. Но это понимают прекрасно. ВП. Притягивают дазлы. Ой, дазлы могут найти. Стрелу сейчас нужно пускать в проход. Инес знает. Инес все прекрасно знает. Ветра мимо. Крест. И засейвит. И сейчас еще дазлы продадут. Хороший стан. Дазлу очень тяжело. Defending Blast входит. Дазл битый. Все, отступают. Айсвол. Нормально так там дазлы прожали. Хороший сейв, да. Одна минута до Рошана. Сейчас очень важно. Как раз будет у Квапы ульт. Не будет Black Hole, но будет удар Ксир наверняка ульт. Да, у него очень маленький кулдаун, конечно, и имба это 100 секунд всего лишь. Просто жесть. Перестали ему аганим собирать после того, как у него иллюзия теперь. Да. Хотя некоторое время еще продолжали собирать. Инес читает Мирану. Да, хорошо, сейчас прочитал, безусловно. Мишка ульт не потратил. У Мирана, кстати, манта, крила и 3500. Ну, МКБ, наверное. Дело. Да, МКБ. Номера не будет. Ну, стандартная, в общем. Лишаковский с Бладстоуном. Ну, тяжело ему с 4 зарядами. Конечно, вот сейчас настекать зарядов было бы очень приятно. Квапа, Бладстоун, Шрак, да. Интересно будет собирать БКБ или все-таки Аганим. Но Аганим нужен. И БКБ нужен. Все нужен. Друида пайп. Тоже очень приятно. Хорошо. Пошла стрела. Стрела не влетает ни в кого. Поднимает друида. Находит Энигму. Фиссуры пытаются отрезать. Ой, как неудачно. Но Мишка танкует до конца. Будет ли крест какой-нибудь? Нет, просто-напросто уходит медведь. Ульт, все в него влетает. Последний хп. Нет, все-таки падает Мишка. Тут же ульт Мирана. Дазл находит. Как-то очень неудачно. ВП вроде долго танковал медведь, но ничего они не смогли сделать. Скандал еще может умереть. И умирает. Уже плохо все у ВП. Да какой-то непонятный вообще замес. Нашли хорошо маузы. И так долго били медведя. Почему за этот момент никто ничего не сделал? Непонятно.
Сейчас нужно fortification юзать и любой ценой ждать вот эти 40 секунд. Ну, эту вышку они отдадут, а вот следующие будут как могут. Ну, на ХГ, наверное, Санта не пойдут заходить. Санта мог там заюзать нормальный Black Hole на троих. Вот он там, может, стоял, пока били Лондруида. Он заюзал... Нет, у него не было кулдауна, он, кулдаун, он заюзал БКБ и бред, мог бред, прожать. Бред. Сейчас будут забирать Рошана, конечно, пользуясь тем, что есть медалька. Никак этому помешать не смогут ВП. Ну, если так будут дальше играть, то шансов, конечно, мало. Нужно именно возвращаться к своему такому стилю, который они демонстрировали до этого. Буквально в прошлой игре, да? Нет, буквально в этой игре, но до того, как слились на Рошане в пятером. Там же все было хорошо, но как-то вот мораль потеряна. Да, согласен, такое было преимущество, но неграмотно распределились им. Вот сейчас в смоках бегут, но сейчас их запалит Дарксир. Дарксир получает, правда, хекс. Фиссура попадает вообще хорошая, во всех. Идеальная фиссура. Ой, а если здесь что-нибудь, Дазла блочит, как только могут, прикапывают Дазла, ну убить же так, его. Ой, он все-таки... Хорошо. Да, такой Дарксир там. Я все время его Дазлом называю, конечно, Дарксир, Дарксир. Да, Дарксир. Фейл. Ну, по золоту сохраняет пока что преимущество, по опыту несколько слились. Ну, вот этот вот хороший мув от Mousesports, расслабились, ВП, почувствовали какую-то свою силу, не ждали совсем, в итоге очень много было времени среагировать, никто не среагировал, место вроде бы хорошее, но оно с одной стороны хорошее, с другой стороны такое сложное, здесь спускаться неудобно. Квапа должна фармить. Шейкера надо выцеплять, конечно, шейкеры и таксиры. Тут все герои опасные у МТВ. Угу. О, какой МТВ, у Маус. БКБ, конечно, потащит, что БКБ, хочешь сказать. Да, БКБ. МКБ на Миране. Инвокер. Инвокер, шейкер, самые такие опасные ребята. Так, сейчас скандалы будут пытаться забрать. Должен он понимать. Да, понимает. Понимает. Все хорошо понимает, скандал. Было бы очень неприятно сейчас потерять. Все-таки БКБ он фармит. Ну, это правильно, я думаю. В данной ситуации БКБ потащит на всех. Я думаю, на Медведа надо БКБ, на Лешака надо БКБ. Ну вот, они все выходят. Опять как в прошлой игре фактически тема. Очень многое зависит от именно от магии. И БКБ будет контрить здорово Маузов. Там опять Дарксир будет... которому БКБ нипочем, но... Ну, Маузам надо делать то же самое, на самом деле. Потому что тут и... А там не потащит БКБ, потому что Дазл как бы пробивает БКБ ультом, он минус армор делает очень хорошо. Энигма пробивает БКБ, Лешрак, вот Queen of Pain, да. Ну, как бы, получается, здесь дамаг. Два героя вынуждают собрать БКБ, а у Маузов это, по сути дела, инвокер, шейкер, ну и... Ну, вообще тоже два героя, да. Да. XP потихонечку выравнивается, по деньгам у Virtus.pro все еще преимущество. Ну, они как-то продолжают так вот наращивать, пока не происходят какие-то битвы не в их пользу. Дазл нужно качаться, безусловно, потому что Дазл пока самое слабое звено вообще здесь в игре. И даже у Винги, мне кажется, больше денег. Ну-ка, сейчас посмотрим. 6700 Дазл, ну да. А, нет, Винги все-таки меньше. Но все равно как-то смотрится он... Кочется потолще Дазл. Потолще. БКБ есть у скандала. БКБ у скандала, это очень хорошо. И Тир 2 Тауэр, предпоследний. Его сейчас будут пытаться забрать Mousesports. Шива практически на Дарксире. В чужом лесу последний находится. Последний Тауэр. Предпоследний. Предпоследний, да. Ну вот именно на низ нацелены сейчас. И вот ВП грамотно так аккуратненько отходит, чтобы никого там не вытащили. Куроки чтобы просто ничего наверху. Не было. Угу. Куроку сейчас вынудит опять вернуться. Попадает, да, стрелой Лешака. Ульт. Выталкивают. Крест. Поднимает воздух. Живет Лешак. Продолжает жить. Пытаются его догнать. Замедляет. Стан. Лешрак живет. Силабир тем временем ломает. Монстер Килл, Инвокер. Кого он убивает? Санту. На Энигме. ТП пошли.
Да, там нормально так слабир. 70 хп, да. Пробил очень хорошо. И здесь Queen of Pain с БКБ влетает сейчас в Шейкера. Шейкера минусуют. Нет, он уходит на ТП. Анимация просто задержалась очень плохо. Ужас. Никого не принимают. 10 секунд осталось до Кекса. Сейчас Cold Snap и Queen of Pain может затерпеть. Нужно уходить отсюда. Грейв длится. Выживает. Шандал. Дазла убили. Глава. Глава, уходи. Чуть-чуть не попадает на квапе. Было бы очень неприятно. Лишак здесь продолжает жечь. Сейчас еще инвокер может жечь. Нет. Инвокер отхиливается стиками. Ну хорошо, долго достаточно сопротивлялся. Инвокер очень Лишак сильно отыгрывает эту игру. Да, с одним лишь аганимом, фейзами. Ну а что ему еще надо? В принципе, да. Все. 4200. Как там по счету? 9-1 инвокер. Да, практически догнал скандала. Скандал как-то немного неудачно, несколько врывов. Но опять же, он врывается, один в троих там. Да, тяжело. Да. Нужна помощь, конечно. И Нигма опять. Нет, Кастанову Блэкхол, но, видимо, их как-то сбили. Очень быстро причем. Медвед, Блэкмейл. Упрочняется медвед. 26 на 18 уже тем временем. И преимущество все лучше и лучше в сторону Mao Sports. Переламывают они ход игры пока что. Да, да. Если ничего не придумают сейчас ВП, будет им крайне тяжело. Продолжат вот такие вот отдачи, какие-то стрелы непонятные, врывы. Шива у Дарксира. 1000 голды в запасе, вангард, Шива, Пайп. Неубиваемый Дарксир просто. Да, его реально трудно фокусить. Ничего пока что не могут. Без кераса, наверное, его не пробить. А Егис еще 4 минуты будет, да? Раз, два, три, четыре, да. Вчера, кстати, так и не собрал себе БКБшку-то? Да, да. Ну, как он соберет БКБ, тут сильно все изменится. Нужно ему собрать себе БКБ. У него есть, конечно, 2000, но он там оставляет, может быть, на байбек. Сейчас будут подтягиваться, судя по всему. Скандал наверху. У него есть, конечно, ТПшка. И будет опять разводить вот на этой теме. Да, пытается развести, но Миран достаточно быстро разрушает вышку и все. Тут же ТП, ТП, ТП. Отходит. Не получается развести Mao Sports. Хотя вот еще один такой замес, сверху вышка может упасть. Да. И могут даже бараки, там медведь их очень быстро прогрызть может. Медведь фармит. Медведю нужна кераса, просто как вода. Если они проиграют следующий замес, это ГГ. Возможно. Скорее всего. Квапа достаточно тонкая. Но опять же, тут проигрыш. Одно дело проиграть 4 в 5, другое проиграть там 3 в 0. Непонятно, что делать, правда, с Дарксиром. Стрела перед Мираной летит. Точнее, после Мираны летит. Мирана 4000. Мирана, кстати, да, 4000. Все у нее хорошо. А Егиса... Кстати... Тут нужно ждать, когда Курок начнет тащить. Здесь уже, наверное, так вот просто не пересидеть. Но у Мирана слишком большой урон. Хотя по золоту по-прежнему сохраняется преимущество ВП. У них все достаточно неплохо. Но нужно все использовать. Персиверанс на Энигме. Боже мой, неужели рефрешер? Это преимущество 2000. Да. Ну, хотя бы равенство сохраняют. И то для ВП сейчас не самый худший вариант. Дарксир ловит Тристана. Дарксир, какой же он жесткий. Тяжелая ситуация. Санта куда-то заходит. Могут его сейчас свапнуть. В инвизе, тем более винга. Нужно сейчас заходить аккуратно на хайграунд и быть наготове. Да, да. Что и делают. Маус будут пропушили давить. Все лайны перед тем, а Маус будет давить, потому что остается там меньше 2 минут до Рошана. Им нужно как-то разменивать Аегис. И очень могут его классно разменять. Здесь нужен хороший ульт Дазла, прежде всего. Алакрити номерами. Нет еще клипа. Мирана отходит. Ну, здесь тоже не так просто будет запушить. Конечно. ЕМП. Инвокер, конечно, кастует и кастует. И ману у него там бесконечное количество из-за того, что есть аганим. Ставят вот такой вот центре, чтобы видеть, если в инвизе будут заходить. Но есть гем, сейчас собьют просто напросто центре, как только выйдет инвокер. Но пока что не сбивают. Подождать еще ВП, буквально минуту нужно. И тогда не будет момента такого хорошего.
Энигма. Нет, это Линка будет на Энигме. А что она хочет Линкой? Свап! Боже, слушай! Почему этого никто не делал раньше? Что такое? Свап против Линки же работает. Точнее, ну в смысле... Нет. Если Винга будет свапать Энигму, сработает Линка. Да. Ну вот на это сейчас Сант и делает расчет. Ну он соберет, сколько ему еще? 2000. А-а-а. Даже меньше. Ну, кстати, соберет. Все, Рошан воскрес. И понимают это ВП. Идут, все идут ВП драться. Идут. Тяжело сейчас будет на Рошан заходить Маузом. Потому что медведь. Инвокер Хекс приобретает как раз под эту тему. Медведя микростанет. Медведю не хватает армора. Именно вот этому медведю, Спирит Биру. Да, как бы Линка сейчас зарешала. Представляешь, такой облом. Остается Винга, четверых засасывает. Винга думает, ну сейчас свапну, все, развернется в обратную сторону. Бах, Линка. Это будет очень красиво. И я почему-то не видел это раньше. Для широка есть ПКБ. Там сверху неприятно зашли крипы. И как-то не хочется уходить сейчас с Рошана. Ну а вот как только отходит, Мауза уже использует этот момент. Угу. Ну, то ли где-то варды здесь, но они, в общем, как-то видят. Да, варды. Вот этот вард, судя по всему, палит. С пайпом заходят. А, это типа вчера, как Тайд зашел. Да-да-да. Очень похоже. Поднимает воздух. Да, без БКБ здесь мы будет тяжело. Мы не видим всей ситуации, на самом деле. То есть у нас все это как-то заторможено. Нет, мы видим, игроки, я думаю, не видят. Мы видим даже больше, несмотря на вот эту вот заторможенность. Ой-ой-ой, в Энигму! Да, да. Энигма должна использовать Меку! Да, Black Hole. Ни в кого. Не было Меки. Свапают. Там очень битый Дарксир. Дарксир может пытаться убить, он находится сейчас под ультом. Он уходит. Он умирает. Дарксир покупает. Шрак все-таки убивает Мирану или Шрак? Квин оф Пейн падает. Еще байбек. Понимаешь, что тут финал просто. Какой-то трэш вообще происходит. Все еще так жутко лагает. Квапа выкупается. Все выкупаются. Пытаются забрать Рошана. Инвокер добивает лишь Рока. Ну, слишком жестко лагает. Ни черта непонятно. Да, это будет сыр. Это уже третий Рошан. Ой-ой-ой. Вот первый фейл на Рошане, конечно... Не будут, простили. Будут помнить долго, ВП. Будут помнить долго. И, конечно, еще есть шансы. И... Да вообще этот замес не проиграли, по факту, именно вот так вот. Да, изменялись, да, да. Более-менее ровно. Вот сыр, конечно. Black Hole нет на Энигме. Сейчас будут заходить сыром, пока нету Black Hole, пока нету ничего. Пытаться сломать тар, пытаться сломать бараки. Вокера сложно убить, у него уже есть Хекс. Хекс, Сыр, Дарксир. Ну, Дарксир только с помощью ульты Дазла, как в этот раз было. Его там убили вообще, кстати? Дарксира убивали, да. О, Лишрак встревает ульт, хороший сейф Лишрака. Более-менее вроде получается. Фоксит вышку Мирана, Мирана. Очень битая, прикапывает ее. Не может она сойти с места после липа. Defending Blast. Так, более-менее. Дарксир, одна секунда до ульта. Инвокер прокатывает сейчас, очень хорошо вытягивает медведа. Когда умирает умер, Квин оф Пейн. Свапают еще и медведа. Мирана минус Эджес должен быть. Нет, да, минус Эджес. Бараки потеряют. Так, Мирану тоже минус, скорее всего, будет. Нет, сейвит ее. До последнего. Дарксир. Крайне битый. Загрызать его нужно. Загрызают. Падают бараки, ценой Дарксира. Ну, это хороший размен, бараки ценой Дарксира. Мишка, однако, приближается к Керасе уже вплотную. Ну, сейчас такое контр-наступление легкое. Команда Virtus.pro. Кто-то Санстрайк летел от Инвокера. Да, Мишка понимает, что можно сейчас пофармить. В то время крипы понизу. Еще немного надамажили тавер. Да и поверху, в общем-то. Поверху да, тоже подамажили. Сейчас выйдет скандал, будет Black Hole. Нету сыра, нету Эджеса теперь. Дарксира нету, также он заюзал ульт.
Слушай, нехороший момент сейчас контр такую атаку сделать. Керасы бы были бы. Да кераса есть, она убегали. должна уже лететь. А, курьер Нет, сдох. она не летит, курьер умер. Курьер сдох, это печально. Рано баттерфляй. Ну это сейчас на блэкхол весь расчет. Ох, как хорошо поднимает. Уокер просто божит, он один всех практически развернул. Погнал, да. Десять один. 6-6, Миран 8-3. Ой, медведь 1-6. Медведь какой-то пока что не торт. Кирасу собрал. Контроль карты, правда, потерян. Ну, сейчас более-менее стабилизировалась игра. Хотя бы нету Рошана, нету Сыра. Хотя все плохо у ВП. Все плохо у ВП, но как бы зайти у Маузов на ХГ, я думаю, сейчас не получится. Вот, да, без Аегиса, без Сыра будет крайне тяжело. И вот они пытаются кого-то найти и могут сейчас главу найти. Главу найти могут. Глава два заряда в глазах. Скандала. Пойдут на скандала, найдут главу, я думаю, так вот. С ДД Мирана. Ой-ой-ой, тут и скандала, и главу да. можно забрать. Нет-нет-нет-нет-нет, не должны забирать главу. Ну вот как он разворачивается здесь. Ой, вот он дочковывает. Мирана с Дарксиром убивают. Что значит не должны были? Должны были, как раз таки. Там Дарксир забежал, я его просто не заметил. Ну непонятные опять такие вот... Маузы сами ошибок таких не совершали практически в прошлой игре. Там, чтобы да. нашли кого-то одного, вот так вот зацепили, такого не было. Да, и теперь могут подняться вполне. Почему бы и нет? Ну, благо есть Энигма, и попробуют там что-то сделать. Шрак Энигма вообще наверху там давит, 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 тауэр. Энигма, что, есть ТП ну, и Блинка. Блинка уже есть? Да. Да. Ой, ну сейчас Блэкхол, конечно, может зарешать. Но нужно делать ТП, Санта. Ау! Бараки эти отдадут. Санта. Неужели отдают бараки? Конечно, отдают. Тут без плавы, ой, без скандала вообще ничего делать. Да и плава много дамага наносит. Тут как бы понятно. Да, печально. Так, все, Энигма влетает. Энигма с линкой. Просто когда нет вот этих двух сторон, это одну сторону, при таких раскладах очень сложно задеть. Конечно. Сейчас, я думаю, просто пойдут по прямой, попытаются, ну вот, отпушили максимально вверх, и сейчас просто пойдут по прямой в последнюю атаку Виртуса, если... Блин, как же близко было, буквально одна ошибка сейчас стоила всей игры на этом Рошане. Да, да. Если сейчас затащат, то будут шансы на победу, если вот сейчас вот они вот идут. Ну, есть у Enigma Black Hole, в принципе, неплохие ситуации. И есть линка. Сбить не получится ничем. С БКБ абсолютно. Ну только надо идти по миду, не надо там кого-то пытаться искать. А, они хотят третью сторону, которая еще не пропущена, как-то тоже поддавить. Ну, слишком много, по-моему, хотят сейчас ВП. И там подавить, и тут. Драться сейчас надо. Да, нужно драться, дальше, нужно драться незамедлительно, пока там снизу не подошли крипы. Ставят в центре. Может быть, кастануть ульт Дазлу на себя, на своих, на всех, чтобы наверняка попасть. Энигма со спины. Дарксир сверху. Заходят сейчас на Энигму. Стягивают всех. Энигма, Блэкхол. Одного, плохой Блэкхол. Отвратительный Блэкхол. Queen of Pain там ничего не может сделать. Дарксир да, да. выживает при том после Блэкхола. Очень уверенно смотрится. Ульт Дазла, непонятно, попадает в кого-то или нет. Медведь. Пытается драться, вот хорошо придет. Сейчас. Ну, минус 2 должно быть. Ну, типа, не видно эти минус 2 почему-то. Да, покупается шейкер, потому что все лагает, поэтому не видно. Дазл там даблкил делает. Дазл, Дарксир. А, это Дарксир, пардон. Все, это конец. Да, все. ГГ. Одна ошибка стоила всей серии, да, и вот эти вот мучения ВП ничего не стоили тем самым.
Хотя, конечно, реально сейчас понимаем, что реально действительно мало спорта обыграть, и видны какие-то пробелы в их игре. Но заслужили они сегодня действительно победу 2-1, очень уверенно.